Томское отделение партии «Коммунисты России» придумали, как сохранить монументы вождя мирового пролетариата. Скульптуры Ленина решили сдавать в аренду предпринимателям, которые арендуют земельный участок, на котором они установлены. Муниципалитету принадлежит больше половины томских памятников, и расходы на их содержание ложатся на городской бюджет, а денег в казне и так не хватает. Желающих, правда, пока не нашлось.